Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадди, и мы продолжаем с вами проходить игру под названием Far Cry Операция Шторм 2. Это уже восьмая часть прохождения игры, восьмая глава, которая называется «Крыса в доме». Давайте посмотрим на задание. Террористическая организация «Армия Свобода» отправила в Россию группу диверсантов. Эти крысы обосновались в промышленном районе Москвы. Вместе с двумя бойцами спецназа убить трех офицеров охраны. Чтобы проникнуть в здание, в котором находятся диверсанты, вам понадобится найти карточку доступа, увидеть всех диверсантов в здании, затем двигаться к месту эвакуации. Хорошо. Окей. Так, у нас только это оружие. Ты слышал? Ну да, нужно как бы разнообразить, да? Все, Игорь правильно сделал. И с этого оружия постреляем. Не только с этих. Нам еще вот, ребята, карта доступа нужна. Карта доступа найти надо, чтобы проникнуть это здание. Вот там я что-то вижу, какая-то там база, что ли, или что это может быть? Вот там вот вроде что-то. Такс. Это на меня открыть никак. Туда вообще не попасть получается. Просто двигаться вперед. Ну где-то же нужно найти карточку. Ой, тут долго нужно бегать будет. Осматривай все. Блин, не получилось. Нет, было бы слишком просто. Нам здесь ничего не оставили. Он что, моего дружбана завалил? Вы что, ребят, творите? Моих друзей валите. Так, там у нас точка эвакуации, но мы же задание не выполнили, правильно? Да, конечно, здесь не будет карты доступа. А чё? Давай искать. Может быть, это будет долго, не знаю. Так. Не, ну как бы я могу остановить видео, а потом уже вам показать это место. Ну да, получается, просто тупо вот должен все здесь обыскать. Все местечки. Все уголки. Так, вышел, потому что мы с двумя бойцами спецназа бесит трех офицеров. Здание,
Там будет диверсант, вам понадобится найти карточку. То есть выберите все диверсантные здания, да? Ну да, это понятно. Туда вообще как-то возможно попасть, это здание? Или вообще нереально? Блин, да фиг его знает. Фиг его знает, блин. Может быть, это подсказка? Нет, здесь ничего нет. Вот стул. Опа! Кое-что нашли, смотрите. Вот это довольно-таки очень интересное место. Неужели туда можно пройти? Вот видите, дверь здесь. Ее, наверное, можно открыть, я думаю. А реально? А, вот, мы этих троих офицеров убили. Все понятно. Угу. А карточка доступа где? Да не может быть такого, тут у них нет. Нет, вот она, все нормально. А теперь идем открывать. Кто-то меня там выстрелил? Вы чё там, Сбагуйтесь. Вот они, диверсанты, да? Это ещё не всё, давай. Так. Ликвидация всех диверсантов. Так, вот это очень интересно. Это что такое? Что это за звуки такие? А, ко мне зашли в гости, да? Знакомиться хотят. Ну все, мы выполнили задание. Нам остается только двинуться вот туда вот. И все. Ну что, ребят, на этом заканчиваю. Сейчас спасибо, что смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем, ребята, пока! Блин, ты угораешь, чувак. В смысле? Он угорает. Не серьезно говорю. Подождите. Группа диверсантов из Икрисов основалась в промышленном районе Оскомиссии по 70% охраны. Чтобы понять задание, в котором находится диверсант, вам понадобится найти карточку 20 диверсантов здания, двигатель. Место у вас, я все сделал правильно. Ну что тебе не нравится? Вот это вот очень я боюсь, вот тебе подходить к этим точкам. Типа, может быть то, что у тебя следующая карта нахрен просто не загрузится, понимаете? Я не понимаю, что тебе не понравилось?
подожди. Давай-ка я еще туда гляну. Ну я же всех убил там. Трех офицеров грохнул. Может быть, этого негодяя нужно было добить? А, вот, смотрите, сохранение появилось. Может, сейчас скрипт сработает? У него. Типа за сохранение. Совсем не нравится.